Леонид Дичков – необычайно талантливый и одаренный человек, обладающий внутренней силой, по духу он был чем-то схож с Гоголем. Им восхищались не только женщины, но и режиссеры, которые по достоинству оценили природный дар артиста. Леонид родился в простой семье, отец работал на заводе начальником цеха, мама занималась домашним хозяйством. Актерские способности у парня проявились еще с детства. Пятилетним мальчиком он выступал перед ранеными в госпитале, а больше всего ему нравилось читать стихи, и это у него очень здорово получалось. После окончания школы он поехал в Ленинград и поступил в театральный институт. После работал в театре имени Ленсовета. О нем сразу заговорили, как об актере с необычайной харизмой. Все, кому посчастливилось увидеть его игру на сцене, пусть даже не в значительной роли, забыть это уже не могли. Коллеги его любили и ценили. На спектаклях Леонид выкладывался на все 100%, от него исходила такая кипучая энергия, от которой зрители приходили в восторг. Первый дебют в кинематографе состоялся в картине «Принимаю бой» Сергея Микаэля. Его герой принес успех Дичкову, он завоевал любовь зрителей и стал востребованным артистом. Он был не самым удобным артистом для режиссера, потому что знал себе цену, мог и умел отстаивать свое творческое видение процесса. В 1984 году из театра он ушел. Когда уходил, он бросил фразу, что он актер голливудского масштаба. Леонид Дичков целиком отдавался профессии и был готов на все, чтобы донести до зрителей настоящее искусство. Это не всегда совпадало со взглядом режиссера. Его характерная особенность – это всегда внешняя сдержанность при том, что внутри у него обычно вулкан или айсберг. Это внутренняя сила и была главной составляющей его актерского мастерства, оттого и образы получались у него брутальные и мощные. С годами ему стало в театре тесно, близких по духу ролей было мало, оставить пьесы ему практически не давали. Когда ситуация дошла до предела, он ушел. Такие мужчины, как он, всегда притягивали женщин. Одной из них стала его будущая жена, они познакомились на последнем курсе вуза. Поженились, родились два сына. Супруги вместе служили в одном театре, но постепенно отношения сошли на нет, а в 1980 году они развелись. Это было началом черной полосы для актера, которая растянулась на последующие 25 лет его дальнейшей жизни. Были, конечно, и просветления. Одно из них – его вторая любовь, Инна Варшавская, тоже актриса, с которой он прожил всего несколько лет. Но она умерла от рака в 1990 году. А всего за несколько лет до этого произошла трагедия. В автокатастрофе погиб его старший сын, которому тогда было всего 24 года. Все эти события происходят на фоне жесточайшего творческого кризиса. Актер находился на обочине жизни, выгнанный из профессии, из родного театра и в кино тоже почти не снимали. В этот же период, а это был конец 80-х, актер получил травму, ему на голову упала деревянная балка. Впоследствии это привело к опухоли мозга. 90-е годы Леонид Дичков встретил в полном душевном и моральном опустошении. Правда, был один лучик, он полюбил в третий раз. Последние годы актер не спал сутками, мало ел, постоянно думал о театре, из которого когда-то ушел, обижался, анализировал, пытался понять, в какой момент он совершил ошибку, и его жизнь пошла под откос. Потом он угодил в психиатрическую клинику. Последствия от полученного когда-то удара оказались серьезными, болезнь развивалась. 24 октября Леонид пошел в церковь и помолился. На следующий день он купил продукты, аккуратно сложил их в холодильник. Потом написал на бумаге одно слово «Пора». Артист вышел на балкон четвертого этажа и шагнул в пропасть. Это был осознанный поступок, он сделал свой выбор, не захотев считать дни, приближающие его к смерти. Трагедия случилась утром 25 октября 1995 года, похоронили Леонида Дичкова в Санкт-Петербурге. Руководство театра, в котором работал артист, не посчитало нужным отменить репетицию и отпустить артистов проводить в последний путь своего коллегу.